Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с вами «Бизнес-завтрак» на радио «Медиаметрикс». Меня зовут Роман Дусенко, я с огромным удовольствием продолжаю делать свой проект по изучению эффективности управления персоналом. Мы рассматриваем этот вопрос с разных углов, ведь на самом деле этот цикл программ идет уже третий год. Мы пытаемся спрашивать собственников, генеральных директоров, директоров по персоналу и любых других интересных людей, которые вовлечены в любые методы изменения реальных моделей поведения сотрудников через внедрение реально работающих практических инструментов. Сегодня гость нашей программы Александр Шпаченко, исполнительный директор компании Office Print Service или OPS, с кем я был иметь честь познакомиться 7 лет назад. Саша, привет. Здравствуйте. Я очень рад тебя видеть в студии, потому что за 7 лет это произошел глобальный скачок. Я помню, как ты заставлял нас сидеть с маленькими листочками там и фиксировать все, что ты делаешь. И вдруг родилась книга. Я вижу, кстати, книгу. Покажи, пожалуйста, нашим радиослушателям эту книгу. Вот, отлично. Два экземпляра, коллеги. Это первый экземпляр мне. Я попросил, да, воспользоваться возможностью ведущего. Да, да, мне подпишешь. А второй мы с тобой отдадим, наверное, человеку, который задаст нам самый интересный вопрос. Хорошо. Да, вот мы уже опубликовали несколько фотографий своих в наших социальных сетях, в Фейсбуке. Пишите Александру напрямую, пишите мне, и мы реально вам передадим эту книгу. Так вот, как эта книга из того листочка родилась? Или, может быть, даже дай мне интересно более по-другому. Как ты вообще подошел к этому? Ведь я помню, тогда, в 2011 году, ты был руководителем производства, да? Да. Как все случилось? Ну, началось все гораздо раньше, чем я стал руководителем. Это, наверное, лет 15 назад. Меня интересовала эффективность персонала. Как только появились первые люди в подчинении, этот вопрос стал остро. Поэтому началось все с книг Тейлора. На данный момент... Научный менеджмент рулит. Да, на данный момент закончилась своей. Надеюсь, не последней книгой. Здесь... Работая в компаниях, я для себя сделал вывод, что персонал – это ключевой ресурс компании, который в значительной степени влияет на эффективность как компании, ну, так и самого себя, ты и знаешь, всех бизнес-процессов. Слайд, я когда выступаю перед руководителями, я им показываю пустой зал, знаешь, заросший в плесень. Я говорю, будь с вашей компанией, если люди уйдут. Да. Это ключевой ресурс, да. Я, в общем, изучал, как влияет все, что вокруг персонала находится, как организована работа, на его эффективность. И в конце концов, внедряя на практике все, что все иностранные методологии и так далее и тому подобное, я пришел к тому, что в России нельзя в чистом виде использовать иностранные инструменты, они не работают, это связано с ментальностью нашей уникальной. Все-таки есть это доказательство. Есть это доказательство, да, поэтому все, что было собрано во всем мире, я скомпоновал, вот, систематизировал, и получилась такая книга. Супер. Вот ты в самом начале сказал, что ты начал с книг Тейлора. Мы, как с твоим соучредителем Константином Ашанским, Костя, огромный тебе привет из Москвы в твой солнечный Казахстан. Да. Помню, Костя после каждого модуля в Сколково говорил: «Так, я себе чип вставил, пойду к своим». Вот одним из первых чипов, которые мы себе вставляли, это было управление персоналом. И нам рассказывали, как бы, ну, не то, что мы это не знали, а упаковывали нашу историю, что любая компания содержит в себе несколько разных элементов управления, в том числе элементы научного менеджмента или scientific management, там, элементы теории отношений, элементы еще. Что является фундаментальной теоретической основой построения твоей книги? Все-таки научный менеджмент? Это симбиоз и научного менеджмента, и практики, которые в нашем социуме присутствуют. То есть у нас есть определенные этапы прошлой жизни, это социалистическое прошлое, 90-е годы, это очень сильно наложило свое влияние на персонал сейчас, поэтому вот то, что на Западе, может быть, хорошо работает, как говорится, что немцу хорошо, или наоборот, что русскому хорошо. Уточню еще один вопрос. Берем Макдональдс, да? Да. Вот тот Макдональдс, который знает любой из нас. Заходишь, получаешь, кушаешь. Вот это вот работает вот здесь, вот на фронтле, на фронтлайн, да? Но Макдональдс – это же не только вот эти рестораны, где там все четко за секунду. Это там уже дальше идет менеджмент, идет креатив там и так далее. Создание любых там всех, ну там и дизайнеры. Можно ли
применять твою эту систему к любому подразделению в компании, начиная от дизайнеров, которые, знаешь, там курят, мягко говоря, и кушают фрукты в Google. Я можно понял, построить да, твою да, систему? Да. Вот, задам тебе вопрос. Ну, эта система, она универсальна, в том-то ее и ценность, почему я и стал выкладывать, излагать в бумаге, потому что я, когда проэкспериментировал на всех разных уровнях персонала, как разные квалификации, так и разные иерархические уровни в компании, я понял, что это универсальный инструмент, который позволяет получать максимум эффекта от обычного сотрудника, неважно, кто он. Класс. Окей, я, ты видишь, заготовил фломастер угу, разных цветов, ручку, бумагу, и как добропорядочный студент будем сел, учиться. Да, и вообще, кстати, уважаемые зрители, обращаюсь к вам, я часто это говорю, имеющие уши да услышат. Вот представьте, что у нас сегодня порядка там 70 программ с разными людьми, которые приходят и делятся своим опытом. Это, по сути, каждая программа – это кейс мини-MBA. Да. И если ты хочешь, если тебя зацепило, это вполне отличная тема для того, чтобы стартануть. Или хотя бы узнать это на этом легком уровне. Okay. Поэтому я готов внимательно выслушать, из чего же состоит твоя система. Я буду рисовать, хорошо, показывать в камеру, чтобы вот мы прям прошли весь этот путь от и до. Окей. Okay. Итак, система состоит из 5 элементов. Как мы их расположим? Давайте ключевой элемент расположим в центре. В виде чего? В виде круга, например? Круг, там, да, да? Рисуем, okay, круг. Рисую круг. Это центр. Это центр. И что? Этот центр мы будем называть мотивация. Мотивация. Причем делим на как материальную, так и нематериальную. А не имеет значения глубина доли. Просто мы понимаем, что она состоит из материальной и нематериальной. Да, давайте так. Пока. Нематериальная и материальная. Углубимся. Окей. Вокруг сколько этого... еще элементов? Еще 4 элемента. Давайте квадрат сделаем, будет, мне кажется, да, так давайте, легко. Давайте. Угу. Как что? Пазлы, собственно говоря, на книге оно так сделано в виде пазл. О, класс. Ну, видишь, мы с тобой практически вот сюда и пришли. Итак, номер один. Номер один – это цели и показатели. Ох, ты знаешь, я совсем недавно приобрел книгу, простят меня авторы, я потом выложу под программой «Цели и ценности» русского, российского советского консультанта, ученого. Она очень интересна, там очень глубокий прям раздел про целеполагание. Цели и показатели. И показатели. Угу. Дай сразу, пожалуйста, некоторое овервью, из чего это состоит. Там три самых, может, четыре там самых главных пункта, первое, и мы по ним да, пройдемся. Первое, цели сотрудника должны быть согласованы с целями компании, то есть, чтобы добраться до цели сотрудника, пойдем нужно сверху, декомпозировать должно быть, ну, для начала должны быть у компании должны у быть компании цели. Должна быть своя миссия, своя цель. Вот про миссию у меня все говорят, а зачем нам миссия, нафига она нужна? Вот скажи, есть у тебя практическое использование миссии? Миссия, в принципе, порождает в компании вот тот энергетический заряд, по которому она движется. Ну, угу. Это вот моя точка то есть зрения. Импульс. Импульс, да. Ладно, напишем, что миссия – это импульс. Так же, как миссия да, у врачей лечить, у компании вот что-то делать свое. Итак, цели компании, номер один, дальше. После этого все цели должны быть спущены до непосредственных… Цели подразделений, цели сотрудников, да? Да, они должны быть декомпозированы, то есть они должны противоречить целям компании. Цели сотрудника. Правильно ли я тебя услышал? Цели, совокупные цели сотрудников схлопываются в цель да, подразделения, да, совокупные верно, цели подразделения схлопываются в цель абсолютно компании. Абсолютно верно. И мы получаем на выходе конкретную цель компании. До которой она поэтому, стигает, да. Ты знаешь, я вспомнил интересную шутку, не могу без этого. Однажды, в далеком 2005 году, я пришел на работу в Инвестсбербанк, который только-только образовался слиянием Русского uh-huh, Генерального банка и Инвестсбербанка. Туда пришла компания Deloitte, мы должны были упаковать банк для дальнейшего его экспонирование на западном uh-huh, рынке и продажи иностранному инвестору, что, собственно, мы с удовольствием сделали, это была крупнейшая в России сделка по слиянию банковских, вообще по продаже банковского актива. Собственник наш вызвал меня и говорит, цель твоей работы, он был очень такой серьезный человек, если я поймаю любого сотрудника в лифте и спрошу, как его работа отражается на цели компании, я вижу… Это, собственно говоря, правильно, да. Именно здесь об этом речь, то есть… Если да, любой сотрудник четко он должен отвечает, понимать, да, какую он дольку занимает в компании. Супер. Есть, следующий лишь показатель. Следующий – это у нас компетенции. Компетенции. Дай, пожалуйста, русскую расшифровку, что ты имеешь в виду. Это знания, умноженные на практическое применение. Знания. Потому что знать – это не значит уметь это применять. Знания, превращенные в навык. Да, превращенные в результат, в конце концов.
в уме, этот, и потом результат. Да. Потому что есть случаи, когда мы много знаем, но мало применяем. Экспертное такое состояние. У меня человека. Мозг так работает, что записывая каждый из этих маленьких элементов, я представляю, какая должна быть система. Это значит, должна быть система знаний, должна быть система обучения, транслирования. Да. Это сюда все входит, да. Да. Итак, значит, состоит из набора каких-то ключевых знаний. Это ключевые знания и методы их применения. Как мы выявляем эти ключевые знания? А возвращаемся к миссии? Возвращаемся к цели, достаточно к цели вернуться, да, и показателям. Потому что показатели нам, собственно говоря, будут диктовать то, какими компетенциями и как применять человек должен свои знания, то есть превращать их в компетенции и в результат в конечном счете. Причем мы здесь говорим не только о том, что знать, но еще мы говорим о том, как это человек будет делать. Да, то есть практически мы не будем принимать просто творческий элемент, что вы умеете, да, умеете, делайте. Нет, мы будем говорить о том, как это нужно сделать. Причём... Слушай, ну вот получается, на секунду вернувшись к первым, там есть цели – это качественный показатель, и количественный – это показатели. Это все показатели. Да, да, а вот знание и умение – это качественный показатель, а что будет количественным? Ну или чем померяем-то знание, навыки, умение? Результатом? Результатом. Результат, да. Ну, как бы любая работа сотрудника – это участие в каком-то процессе, на выходе которого должен быть результат с заданными параметрами. То есть мы будем измерять эти параметры. Мы будем измерять параметры. Параметры результата, да. Приведи какой-нибудь простой пример. Окей, давайте попробуем. Человек делает. На примере ОПС. На примере ОПС, да. Допустим, мы делаем некий продукт, и задача компании в целом или сотрудника в частности делать не просто сам продукт, но чтобы он соответствовал заданным параметрам. То есть он должен иметь показатели качественные 1, 2, 3, 4. Эти, мы проверяем. Эти показатели являются, опять же, чуть-чуть вернемся наверх, такими необходимыми, чтобы продукт был конкурентным. Да, чтобы этот продукт чтобы дальше можно было… Потребитель был готов за него заплатить цену. Абсолютно верно. Супер. То есть ценность компании вот постепенно пришла к тому, что… Ты должен сделать такой-то товар с такими-то параметрами качества. Больше нам или меньше нам не нужно. Слушай, ну вот, наверное, вот это и есть. У меня все в голове крутится вопрос про миссию. То есть, как человеку, простому человеку, сотруднику, например, на производстве, или который упаковывает, помнишь, эти вот картриджи, да, до сих пор все так и происходит. Да, да? Роботы не поставили еще? Нет. Так вот, как человеку объяснить, как его труд связан с миссией? Мне кажется, отличный выход. Вот. Собственно говоря, во-первых, показатели – это то, что ежедневно ему удерживает у него эту цель, миссию его компании. Но прежде чем человек просто поставить за станок и сказать «делай вот это», естественным образом ему нужно объяснить, каким образом его вот этот результат работы повлияет на глобальную цель компании, чтобы он понимал, что я не просто сделаю бракованное изделие, а я сорву сделку. Ты знаешь, я сейчас общаюсь с разными компаниями, и мы в том числе, у меня есть друг Джон Шоу, который человек номер один в области сервиса, и у него программа, построенная на интегрировании сервиса, сервисного обслуживания в компании на примере видеоматериалов. И я вот сейчас почему-то, знаешь, у меня такой сюжет возник, человеку как объяснить, качественно он сделал или не качественно. Вот, например, он открывает, он упаковщик этих картриджей, да, открывает коробку, он разбит, потому что кто-то когда-то неправильно его упаковал. Да. И вот какую ты испытываешь в этот момент ему? Эмоцию. И вот тогда, мне кажется, у него щелкнет в голове, что должно с ним работать. И так, наверное, в каждой работе можно найти такой самый ключевой. Извини, мы отвлеклись, потому что мне продолжаем, интересно, человек увлекающийся. Третий элемент. Третий – это ресурсы для работы. Каждому человеку, чтобы что-то сделать, нужны какие-то ресурсы. Здесь мы подразумеваем, ну, в разных компаниях это разные могут быть вещи, как информационные, материальные ресурсы, финансовые ресурсы, кому что. Для производственных компаний, как правило, там очень важна инструментальная часть, то есть это оборудование, станции. Схлопни, пожалуйста, с целью, как это все должно быть взаимосвязано? Ну, давайте попробуйте открутить колесо в своей машине без инструмента. Вот точно так же и человек, если ему нужно сделать какой-то продукт, для этого нужны инструменты, ну, физические или какие-нибудь, не знаю, там, программы специальные, если это офисный персонал, то без них он это будет делать гораздо дольше, менее эффективно и менее качественно. А у меня теперь есть тебе просьба. Смотря в камеру, обратись, пожалуйста, к собственникам и к директорам, которые постоянно говорят, ну зачем тебе это надо? Вот расскажи им, что такое ресурсы. Уважаемые собственники, ресурсы – это то, без чего ваш человек не сможет выполнить ту цель, которую вы перед ним ставите, потому что… Недостаточно просто сказать человеку, что делать. Ему нужно еще и предоставить возможность такую сделать.
Ведь в некачественной работе, да, вот если мы говорим, он плохо работает, да, надо копнуть глубже, а есть ли у него все необходимое, обладает ли он знаниями и умениями, понимает ли он, ради чего работает. То есть, откручивая в обратную сторону, правильный, я, кстати, видел там в твоей книге, есть такой правильный, там, 5 почему, да, 5 вопросов что или почему. 5 почему, ну, а не потому что, 5 why, да, техника, это да? Известный японский принцип. Да. И один потому что, вот, и, то есть, когда человек плохо работает, мы сначала должны иметь в виду вот эту матрицу, задавая эти вопросы. Класс. Ну, собственно говоря, эта матрица и есть симбиоз всех вот этих 5 почему в разных сегментах работы сотрудника, это уже квинтэссенция. То есть, если мы это сделаем, мы получим максимум. Супер. И завершающий. Среда. Да, среда. О, это наверное, самое среда. Интересное. Это то, что вот в первую очередь не входит в те элементы, которые мы перечислили. Например, что это? Ну, давайте вот вернемся к тому же Тейлору. Он об этом в книге пишет между строк, когда он систематизировал работу рабочего для того, чтобы улучшить результат, и у него это получалось, то рабочий столкнулся с такой ситуацией, что все его сотрудники были недовольны тем, насколько он лучше… Агрессия? Показал. Да. С чего это вдруг? Да, я должен работать так же, как и он. И это создало некую некомфортную среду, в данном случае эмоциональную для исполнителя, потому что у него был выбор, либо я, грубо говоря, буду побит своими сотрудниками, либо я… Мочили этих лидеров? Я сейчас уже не помню, но на самом деле это присутствует во всех компаниях, когда ты начинаешь работать лучше, то те, кто держался за эту планку своего личного комфорта, начинает, естественно, тебя негативно воздействовать. Ты знаешь, вот этот вопрос мне очень интересен, просто я сейчас буквально тебе секунду. Ленин в свое время, я еще в те времена учился, когда мы изучали труды Владимира Ильича, он говорил, что там эксплуататор и так далее, и так далее. Но сразу после революции, примерно начинается в 20-х годах, Ленин пишет статью о том, что нам необходимо изучать основы научного менеджмента Тейлора. Я не знаю точно, но, по-моему, они вот сейчас вот не встречались, наверное, потому что были все-таки жили в разных там годах. Да. Вот, но Ленин был очень умный человек. Ведь все, что было сделано в годы коллективизации, индустриализации, в основе лежит научный менеджмент Тейлора. А потом уже русская школа вот, управления. И посмотрите, как классно, как они решили систему, чтобы Стаханова не избили в забое и не замочили. Ведь была создана идеология, в которой мы все хотели быть на него похожи. Угу. Да, там, помнишь, те же самые пятилетки, ну, я не знаю, ты застал это еще там, решение съездов, все остальные. То есть, может быть, не так внимательно слушал. Но... Давай проведем маленькую аналогию, сделаем с тобой вот прямо маленький вывод. Если Тейлор пишет, что рабочего без создания некой идеологии могли просто замочить в забое, а мы все хотели быть на стахановце. Какой элемент должен быть добавлен, чтобы это стало прям вот круто? Здесь, наверное, политика компании в этой области. Корпоративная культура. Да. Ведь все те же самые доски подсчета. Да, абсолютно. Это и есть, чтобы этих лучших сотрудников не мочили в коридоре те же сотрудники Макдональдса. То есть, это уже не задача самого исполнителя, как минимум. Ну, здесь я, наверное, подведу черту, что здесь должно быть всем понятно, что вот эти вот элементы сам себе исполнитель ни в коем случае не в состоянии просто обеспечить. Чья это зона ответственности? Это зона ответственности того, кто стоит над сотрудником. Это система, которая говорит о том, что если ты стоишь над сотрудником, ты обязан обеспечить все эти элементы у своего подчиненного. Ну, собственно говоря, чтобы было понятно, особенно собственникам компании или руководителям компании, что обладая всеми правами, полномочиями, мы как собственники, вы как собственники обеспечиваете себя этими элементами, добиваясь тем самым цели. То есть, сами себе среду делаете нужную, компетенции достаете нужную, у вас на то есть и мотивация. Это первое вообще, в принципе, да, что я хочу чего-то добиться. После чего идет просто банальный набор этих элементов недостающих и получается результат. У подчиненных ситуация другая, у них этого нет, они ограничены полномочиями, должностными обязанностями, поэтому… Рамками своего рабочего. Очень часто они попадают в ситуацию, когда им не хватает того или иного элемента, или он плохо настроен в компании, и дальше происходят барьеры, то есть ему нужно преодолеть, значит, сходить попросить, получить… Там дальше никому ничего не надо, тебе говорят, тебе зарплату платят, окей, делай. Ну, в общем, это такой хороший клубок, который не развязывается у подчиненных. И
Все это приводит к тому, что рано или поздно человек либо успокаивается, если он готов к этому, либо ищет новое место, где ему будет что-то более приемлемо. То есть... Мне, знаешь, тоже понравилась одна из названий глав твоей рабы в своей книге. А что тут, надо работать, да? Да, да. Друзья, мы закончили первую часть. Мы с Александром рассмотрели структуру его системы. Что я могу сказать для вас? Если вы возьмете лист бумаги, и возьмете честно себе, ответите на вопрос. Начнете с первого. Есть ли у меня цели и показатели? Если есть, то какие? Есть ли у меня цели компании, декомпозированные до цели подразделения, да. И цели декомпозированные подразделения до цели сотрудника? Ставьте себе смело галочку. Если нет, ставьте на паузу наше видео и садитесь писать. Следующее. А обладают ли мои сотрудники, я сам или кто-то в компании, необходимыми компетенциями, чтобы делать такой продукт, который бы нес ценность для потребителя? Потребитель готов был платить бы за него деньги. Да. Это раз. А второе, не просто обладают, а люди, которые реально работают, они эти знания, навыками как бы там вот используют их в работе. Надо подумать. Делают ли они все ценное для этого продукта? Потому что можно работать, как говорится, что делаешь работу, работаешь. Да. Здесь ставите вот вторую галочку. Чтобы такого не было. Подойдите к любому сотруднику. Спроси, у тебя все есть для того, чтобы тебе хорошо работать. Элементарно. Я уверен, что после 10-го интервью вам картина просто будет маслом. Да. Ответите себе на вопрос и посчитайте, сколько вам нужно денег доинвестировать. А если у вас все прекрасно, то задайте вопрос, почему тогда что-то не так. Следующее, и это уже от вас зависит, какая среда вашей компании. Действительно ли среда лузеров, среда тех, кто курят, или среда тех, кто достигаторов, да? Как вы помогаете делать так, чтобы не мочили ваших лучших сотрудников там в коптерке, те, чтобы там он спокойно мог сел на работу не с опущенным носом, а с гордо поднятой головой? Отлично. И здесь мы перейдем. Если можно добавлю. Давай. Для начала еще нужно себе сказать, что взять такой девиз в работу, что подчиненные работают настолько неэффективно, насколько это им позволяет вышестоящий руководитель, собственно говоря, на задней стороне. Кто это сказал? Это я сказал. Отлично. Поэтому... С Александром мы закончим первую часть. И теперь я хочу, чтобы мы с тобой глубоко прям вот разобрали самую главную сердцевину – мотивация. Да. С чего начнем? Давайте начнем с нематериальной части. Ага. И перейдем. Делить лист на как? Да, делим. Кстати, покажу вам, какой у меня получился конспект. Вот, друзья мои, посмотрите. А, вот так, да, вот. Видите, все реально записано. Я могу фотографию потом тоже приложу в виде под своим фейсбучным постом фотографию этого. Как делим? На половину, на две части? Делим на две части. Делим. Пополам. Пополам, да. Супер. Эту назовем как? Нематериальная. Нематериальная мотивация. Угу. Мы здесь совсем коротко, потому что здесь, как правило, в компании, у компании есть HR, которые хорошо изучают этот элемент. Слушай, он, в принципе, разобран. Мы столько раз с этим сталкивались. Вот люди мне пишут после просмотра нашей программы. Говорят, нет у меня HR. Ну что вы мне все время про HR этих говорите? Саша, скажи, пожалуйста, вот давай простые самые базовые вещи, что может сам директор сделать? Сам директор, ну, в нематериальной мотивации, с моей точки зрения, самое главное – это в настоящее время. Настоящее время, я имею в виду 2018, тренд да. Это не нужно… Демократия, в общем, в компаниях должна все больше занимать место, потому что сейчас уровень развития человечества все выше и выше, и все люди считают себя достаточно грамотными, хотят уважения, поэтому если вы устраиваете демократический стиль управления, то все будут как партнеры, стремиться работать с вами как партнеры. Если же это авторитарный больше стиль, то, собственно говоря, вы создаете среду, которая будет притягивать. Добавлю. В прошлом году я очень много ездил по России и выступал перед руководителями. Что я учувствовал, почувствовал, да, поймал вот это настроение, что внутри каждого города, внутри каждого региона, это как, знаешь, вот если посмотреть на океан в разрезе, да, есть поверхность, есть там средняя глубина, есть глубина. Так вот, где-то уже появляются вот эти ростки демократичных компаний. Сейчас я объясню, почему я об этом говорю. Где-то есть уже переходные этапы. Но большая пока часть – это все-таки вот такой российский как бы стиль менеджмента, авторитарный. Почему мы, собственно говоря, и там и сидим почему по экономике? Наша программа настроена на то, чтобы поднять эффективность труда в России. Да. И мы все делаем для того, чтобы это поменять ситуацию. Так вот. Почему ты важно сейчас очень важную мысль сказал? И мне кажется, это директорам нужно услышать, что любой нормальный человек, работая в компании такого, видя, что есть уже компания другого типа, он будет подсознательно стремиться уйти туда, если вы не создадите эту среду здесь. Абсолютно верно, да. Дальше.
принципе, демократия. Демократия, ну, возможность. Там, ну, давайте, если мы возьмем элементы верхней пирамиды, верхние слои пирамиды Масло, это вот то, что, собственно говоря, не надо ничего изобретать. Самоактуализация. Там все это указано. То есть, угу. Человек хочет самореализоваться, получить признание. Ну и, собственно, дай какой-нибудь практический инструмент, который вот сегодня человек может внедрить у себя в компании в любом городе нашем маленьком, где у него есть маленький бизнес, который реально работает, нематериальная мотивация. Ну, первое, что может сильно повлиять на изменение сознания у людей, это если руководитель спускается к персоналу, начинает им реально помогать. Руководителя, да? Реально помогать в их работе, не только спрашивать, требовать и приходить к ним тогда, когда ему это интересно, но и стать единым окном, куда люди могут вообще без ограничений заходить. В общем, дверь нужно открыть. И лучше из нее выходить сразу туда, где, собственно говоря, люди находятся. Слушай, вот я завтра у меня будет большая стратегическая сессия с одной крупной компанией. Мы, может быть, ты читал вчера мой пост в Фейсбуке, мы вместе сформировали портрет идеального руководителя. На номер третьем месте доступность и открытость доступность, персоны руководителя. Да. Вот это они все отметили, что такое идеальный современный руководитель сегодня. Да. Отлично. С нематериальной все пока, да? Да. Давай, хлопнем. Завершить, да. И переходим к материальному. Материальная мотивация. Угу. Здесь сколько блоков? Давайте здесь мы попробуем сначала в принципе обсудить, что это за пласт материальной мотивации, потому что многие считают, что это не сильно важно, не сильно значим для человека. Кто-то говорит, что материальная мотивация – это по Герцбергу больше негативный эффект. Единический фактор. Да, ну и причем с негативным эффектом. Но здесь я скажу, что не надо покупать Феррари, если вы хотите возить картошку. То есть, поэтому элемент мотивации… А хочется Феррари. Ну, хочется, да, но если не для того. Значит, итак… Как я говорил немножко раньше, что у нас есть социалистическое прошлое, которое нас влияет на наш менталитет, и есть 90-е. Социализм, собственно говоря, породил в поколениях, на мой взгляд, это с моей точки зрения, мой анализ за много лет, что персонал просто не понимает, откуда берутся деньги. Он думает, что он просто в тумбочке, кто должен их класть, он туда берет. Поэтому многие, согласен, многие до сих пор ходят на работу, не осознавая, не задумываясь над тем, что они должны сделать, чтобы получить то, что им дают. То есть просто как бы получка, да? Есть такое понятие было, получка. Соответственно, уравниловка социализма привела к тому, что персонал, ну, не стремится отдаваться на все 100, потому что коммунизм недостижим оказался. Это первое. Второе. 90-е годы к чему привели? Резкий скачок интереса к деньгам, к доступности, причем к неправильному методу получения этих денежных средств. Легкие деньги, да, срубить бабла и так дальше. Это до сих пор еще в обиходе эти термины. В общем, все, что я говорю, это не связано с зарабатыванием денег. У людей отсутствует понимание. Знаешь, вспомнил, открываешь Facebook или там или еще что-то. Легкий способ заработать миллион. Ваш первый миллион за 5 дней. До сих пор многие туда идут. Тренинг за 100 дней, вам 10 миллиардов и так далее. Вот оно, где корни. То есть такая проблема, что вот эти все элементы породили у нас, что дайте мне просто так первое или за треть моих вложений, скажем так. То есть, это с моего анализа во многих организациях, где отсутствует более-менее системный менеджмент по персоналу, за эффективность персонала, то есть, реальная загруженность персонала – это 30-40%. Все остальное прячется… То есть, ты хочешь сказать, что вся наша великая матушка Россия работает с эффективностью примерно 30%? Это если мы говорим о персонале, то да. Если мы умножим это на неэффективные процессы, мы получим… Любое изменение, качественно-количественно, оно даст нам такой форс-мажор, мы, по сути, на такой платформе на разгонной стоим, с таким запасом ресурса, что мы можем нашу жизнь делать в 3 раза лучше. Как минимум. Ну, об этом не только сейчас вот мы с вами говорим, об этом все говорят. В 2018 году, я надеюсь, что это будет меняться. Единственное, что не знают иногда, как этого добиться. Да. Но есть наш профиль в Фейсбуке с Александром, спрашивайте нас. Да, мы расскажем, как это сделать. Значит, остановились мы на чем? 30% эффективность, да.
И если вернуться к матрице, то надо понимать, что там скрыты все первопричины, и, как мы уже говорили, не в первую очередь не человек, надо так считать, не человек тому виной, а мы ему позволили... Система. Да, система ему позволяет так работать. Ну, а, собственно говоря, тот, кто ее выстроил таким образом, тот и позволил ему так работать. Причина – это система. Да. То есть, поэтому... с первого по четвертый фактор. Ну, как известно, менеджмент у нас тоже, мы только недавно начали учиться управлять менеджментом, поэтому это неудивительно, что если руками работать мы еще можем, у нас есть хорошие специалисты в мире, в стране, да, то есть мы это умеем. Но вот как только речь идет о том, чтобы управлять персоналом или процессами, здесь мы отстаем. Окей, я специально достал чистый лист. Для того, чтобы очень глубоко погрузиться, вот не хочу рисовать неправильный этот денежный знак, нарисую правильный. Правильно. Чтобы погрузиться вот в систему нематериальной мотивации. Давай прям пошагово ее разберем, так чтобы стало всем понятно. Нематериальный или материальный. Теперь мы же материальные. Да. То есть про деньги. Вот прямо сейчас мы говорим про деньги. Как правильно выстроить систему оплаты труда, чтобы она мотивировала людей. Значит, первое, я считаю, что слишком высокие базовые части заработной платы, фикс. Да, слишком высокий фикс – это первая проблема, и персонал, который стремится найти максимальный фикс, это персонал, который потенциально, скорее всего, не готов… Какой должен быть разумный фикс, чтобы запрыгивать вперед? В моей идеологии это должно быть минус 30% среднего рынка, по рынку, среднего заработка по рынку. Хорошо, давай тогда по-другому. Давай структуру денежного вознаграждения отпишем. Это фикс… Фикс бонус, будет. Премия, что окей, это вот? Ну, в случае мы говорим сейчас, давайте будем говорить, например, о процессном персонале. Это 50% база, и еще столько же это премиальная составляющая. Переведу на русский язык. Если зарплата человека, допустим, 40 тысяч рублей, то фикс должен быть 20, а 20 он должен добирать результатами своего труда. А не просто прийти на работу за 40. Не просто, да. Супер. Причем здесь есть связь со средним по рынку, то есть база должна быть на 30% ниже рынка, среднего заработка по рынку. Максимальные премии должны поднимать этот уровень на плюс 30 относительно рынка, чтобы иметь мотивация, возможность да? привлекать после… Да, то есть те, кто хорошо и интенсивно работает, должен зарабатывать больше, чем в среднем по рынку. Это, собственно говоря, притянет самых компетентных людей. Я просто вспоминаю, что мы, когда работали в крупных компаниях, часто заказывали себе исследование PricewaterhouseCoopers о уровне заработной платы. И там было все время там медиана рынка, там up столько, там down столько. И вот то, что ты сейчас сказал, оно важнейшая вещь. Итак, с фиксом все или еще что-то? С фиксом все. Тогда за финалем. Итак, если сегодня вы посмотрите штатное расписание, именно в штатном расписании записана такая замечательная цифра, как должностной оклад. Задайте себе вопрос, а какой доход получает ваш сотрудник? Да. Поэтому от совокупного размера дохода оклад в идеале – это система, к которой надо прийти, не сегодня надо резать зарплаты, не сегодня. Надо подготовить эту систему, но вы должны прийти к тому, что фиксированная зарплата будет 50% от дохода или на 30% ниже, среднерыночного показателя. Да. А бонусы могут дать человеку добавить 30%. Ты знаешь, я прямо сейчас это говорил и понимаю, что ведь мы все бюджеты считаем по фиксу отчасти, да? А что это значит в теорию переменных и постоянных издержек, да? Если у тебя зафиксированы постоянные издержки на уровне 30%, ну, 50%, ниже, да, то есть ты уже начинаешь экономить, и ты платишь только тогда, когда ты получаешь тот результат. То есть ты уже становишься просто эффективнее, ведь фото – это одна из самых главных частей задачи. Да. Движемся дальше, время очень быстро летит. Окей. Дальше, как распределить премии, здесь очень важно подключить элемент системы компетенции. То есть мы должны научиться платить премиальные за результат, причем нужного качества и в нужном количестве. Вот эта связь ключевая, потому что до сих пор очень много используется окладно-премиальных систем, где премия практически не связана с результативностью. Это административная премия? Это больше, хорошо ходил на некая такая
субъективная оценка какого-то руководителя, не более того, может быть, есть какая-то связь с качеством работы. Но здесь, вот в системе, о которой я говорю, там присутствует механизм безумно жесткой связи. Это, грубо говоря, как сделка между на рынке продавец помидоров и покупатель. То есть я вижу товар, меня устраивает, взвесили, я заплатил, все супер, довольно счастливы, разошлись. Отличная визуализация. Да, прям... То есть здесь должно быть ровно то же самое. Мы должны дать человеку понимание, что каждый рубль он получает именно за результат, который устраивает руководителя, работодателя в том числе. Отлично, дальше. После того, как мы это сделаем, очень важно здесь при организации элемента компетенции не платить за воздух. Как это? Мы должны регламентировать действия сотрудника, и самое главное, во времени. То есть метод должен быть связан со временем работы, чтобы не было такого, что то, что можно сделать за 5 минут… Это не делает... та табличка, которую мы когда-то начинали, отмечая хронометраже, что сколько делать. Абсолютно верно, абсолютно верно. Потому что, как показывает практика, когда мы залезаем до такой глубины в работу сотрудника, выясняется, что отчеты, которые делаются полтора часа, на самом деле всего лишь человек там запускает этот отчет макросом и полтора часа сидит, ждет, пока он выдаст результат. То есть мы с тобой, условно, получается, в 21 веке, когда уже беспилотник, скоро должны ходить по нашим дорогам, будем сидеть с секундомером и фактически замерять. Да, придется вернуться к этой штуке. Вопрос... Но это надо пройти. Вопрос этап, в том, да? Что когда мы углубляемся до такого уровня, мы понимаем, что и бизнес-процессы иногда кривые, потому что персонал может работать на полную катушку, но из-за кривых бизнес-процессов он просто будет очень долго это делать. Поэтому, кроме как заставить человека все 8 часов работать, мы еще и должны бизнес-процесс выстроить эффективно. Здесь могу лишь подсказать, что, ребята, если хотите бизнес-процессы выстраивать эффективно, инструменты бережливого производства 6 Sigma, обратите внимание. Это мировые лидеры по процессам, там все есть. Лет 15 назад я купил книжку 6 Sigma, вот такой толщины. Я начал читать, ну и честно могу сказать, не дочитал. Она мне стоит, она, я ее вижу иногда. Ее надо применять, полки, чтобы она до конца она дошла. Не работает, да, да. Ну, собственно говоря, это все опробовано, эффекты большие. То есть... Отлично. Следующий элемент. Мы зашли в фикс, премия, компетенции. И последнее, что нужно в мотивации сделать, это связать премии с качественным результатом труда сотрудника. Как? Что? Приведи пример. Здесь мы говорили с вами о том, что у каждого человека должен быть результат на выходе, да, то есть он участвует в каком-то процессе. И на выходе этого процесса он дает результат с заданными параметрами. Давай какой-нибудь простой пример на примере, там, не знаю, вот упаковывает человек коробку. Да, там, окей, упаковывает человек коробку. Значит, в обычном порядке, если получается какой-то брак на выходе работы, неважно, это товар или это информационная работа с информацией, да, какой-то заказ некорректно оформлен, может быть ошибка, какой-то параметр не соответствует заданному. В лучшем случае трудовой кодекс говорит о том, что можно не платить за эту конкретную работу. Но сами понимаете, если человек сделал 1000 каких-то изделий и не заплатить ему за одно, например, это для него не так страшно. В той системе, о которой я говорю, есть связь одной ошибки со всей массой бонусов, со всей массой премий. То есть это более жесткая связь, потому что здесь вот ментальная проблема у нас. Нашему человеку говоришь, что и как нужно сделать, у него есть своя голова, к счастью или к сожалению, в каком-то случае, после чего он начинает искажать, выкидывать элементы процесса и получает брак. Поэтому здесь связь с качеством, финансовая связь с качеством работы должна быть максимально высокой. Не для того, чтобы наказать больше, а для того, чтобы все-таки ментально люди... Ровно неделю назад на твоем месте сидели ребята из модульбанка. Они говорят, мы такие продвинутые, мы такие классные. И вот мы решили... Я смотрел. Смотрел, да, я помню, что они офигенную вещь сказали. Что мы решили, что эти слова нельзя использовать. И Яков говорит, я что-то сидел, думаю, ну мы же вроде технологичная компания, мы говорим, что нельзя использовать. А давай-ка сделаем защиту от дурака. То есть, что просто человек начинает писать это слово, а она ему всем говорит, извини, друг мой, это слово в нашей компании не принято. Я написался, ты видишь, внизу, контроль. То есть необходимо все-таки на каком-то этапе, пока люди вот привыкают, выстроить очень жесткую, не в плане там с палками стоять, а систему контроля на всех этапах, подтверждающих, что все элементы процесса задействованы, да или нет. Немного соглашусь, частично как, не соглашусь, тогда? Потому что на самом деле, как говорит бережливое производство, контроль – это тоже потери. Это работа, которая не приносит ценности товару, который мы делаем или услуги.
Поэтому, если мы выстраиваем корректно матрицу эффективности персонала в отношении его, да, то есть мы делаем среду корректную, отношения с компанией, то те ресурсы финансовые, которые мы тратим на контроль или можем потратить на контроль, мы можем пустить в тех, кто его, кто исполняет. То есть ты сейчас связал вот этот третий элемент в целом с самой матрицей всей. Да. То есть именно следствие, вот связать премию с качеством и результатом, это является следствием реализации трех элементов, четырех элементов той матрицы. Да. И только тогда человек действительно начнет. Да, если матрица идеальна, то и контролировать нужно гораздо меньше, гораздо меньше. То есть это буквально для верификации результатов, но не для обеспечения результата. Если мы хотим контролем обеспечить результат, мы будем просто повышать себестоимость товаров или услуг. Ага, отлично. Что еще? Ну, в целом для процессного персонала все. Конечно, немножко мотивация отличается для управленцев. Здесь чуть-чуть другая история, но очень тоже интересная, но, скорее всего, это... И как в этом анекдоте, а как теперь со всем этим взлететь? Как взлететь? Дай, пожалуйста, вот в оставшиеся 5 минут, дай, пожалуйста, вот твой опыт человека, который реально руками все это сделал. Простые практические шаги. Мы уже очень глубоко копнули, мы уже понимаем систему. Вот раз, два, три, четыре, пять, и тогда что-то полетит. И время. Сколько это займет? Для тех, кто не очень сильно знаком с матрицей, достаточно можно начать с того, что просто не хронометраж, а зайти вниз, сесть работать с персоналом и просто банально фиксировать всю деятельность, смотреть на то, сколько она занимает времени. После чего это должен делать? Сам руководитель? Или кому-то, так, иди туда, посчитай. Давайте так, это в разных компаниях могут быть разные должности, но люди, это, да? За это ответственен руководитель. Это ключевое. Если руководитель возьмет на себя ответственность, что эффективность его персонала зависит это от него, это, кстати, показатель, должен быть ключевой показатель руководителя. То есть KPI, эффективность, да, должен стоять у первого если лица. Так, вот хорошее, хорошо, что мы это затронули. Я скажу так, что если у руководителя отсутствует показатель временной или финансовой эффективности работы персонала, то не будет результата никакого. Об этом тоже в книге сказано, есть формула, как это вычислить. Так, возвращаюсь на свой первый слайд и пишу KPI первого SEO. Да. Это эффективность, которую можно измерить в деньгах. Хоть это кажется сложно, но это вполне возможно. Да, кстати, надо ломать свою ментальную привычку, когда хочешь деньги, пишешь вот эту букву S английскую, надо писать букву M. Букву R, да. Я провел невероятно интересный урок с тобой, как в виде ученика. Все законспектировал, все принял. Но у меня есть некое чувство, знаешь, что она сложна. Ведь когда ты общаешься с руководителем, он говорит, ну дай мне простую систему. Является ли это действительно простой системой, или она просто кажется сложной на первый взгляд? Она кажется сложной на первый взгляд, она проста в понимании и в применении. Все, что нужно для этого, это просто банально время на стандартизацию. И вот этот самый главный вопрос, а сколько? Вот сегодня люди посмотрели нашу программу, они ставили на паузу, конспектировали, писали, думали, звонили, писали нам, консультировались с нами. Вот сколько по времени займет система внедрения вот этой системы? Здесь есть прямая связь с должностью, о которой мы говорим. И, в принципе, если вы знаете, сколько суммарно времени, сколько всего разнообразных процессов по времени есть у человека, умножаете это время на 4-5, то есть, грубо говоря, если у вас человек, в принципе, выполняет один процесс, который номинально занимает там 5 минут, то считайте, что вы можете там за день, грубо говоря, все проанализировать, описать и подставить в нужный инструмент нужные данные и получить результат. Ну, как бы такого, понятно, не бывает, поэтому в среднем одна должность, давайте так, отдел из 3-4-5 должностей может за месяц получить полную картинку и внедренную систему. И уже потихоньку внедряться. Что люди так говорят, когда происходит внедрение? Значит, какие сопротивления первые встречаются? Это ключевой элемент, любые изменения, понятно, что люди сопротивляются, все зависит от того, как мы это будем внедрять, но здесь посыл какой, что мы помогаем людям работать эффективнее,
мы даем им все эти элементы, да, то есть мы соблюдаем. Что должно быть лозунгом, продающим сотруднику эту систему? Почему он должен быть в ней заинтересован так же, как я? Потому что, на самом деле, помогая, внедряя эту систему, мы позволяем человеку зарабатывать в том числе больше и получать больше удовольствия эмоционально от работы. То есть он становится партнером истинной компании, вот ты а не наемным. Вот в ВПС вы это все внедрили. Скажи, пожалуйста, подходили ли к тебе люди и благодарили тебя? Буквально месяц назад очередное внедрение стандартов и мотивации, да, они смотрят на тебя более довольно, они говорят, нам, конечно, сейчас лучше работать, чем было раньше. То есть это искренне, потому что здесь реально есть эффект, им становится проще работать, они ходят веселые от того, что им хорошо. А веселый и довольный сотрудник живет дольше, работает лучше. То есть им сотруднику уже нужно, нормальному сотруднику нужно исполнить хорошо свою работу и получить благодарность. Собственно говоря, они это получают, как финансово, так и морально. Ну и, соответственно, если у них все хорошо на работе, и зарплата выросла, и дома хорошо, он получает и поддержку там, и вновь получается, мы зацикливаем, ему дома хорошо, он приходит на работу хорошо, ему хорошо на работе, он приходит домой, и в целом… Правильно ли я тебя услышал еще вот внутри, мы об этом не говорили, но это все повышает лояльность персонала, снижает текучесть персонала, повышает вовлеченность персонала. Мы становимся партнерами в этом случае, то есть это то, о чем я говорил, демократия, то есть это вот та система, которая позволяет к этому прийти не формально, что ребята, давайте вы имеете право голоса, а практически, то есть это истинная демократия. Супер, друзья, эфир закончился, прямо вот пролетел незаметно. Мы дали вам сегодня реально работающий практический инструмент, как создать систему мотивации, которая поможет вам, повысить эффективность компании, решить большинство вопросов с персоналом и стать компанией, ну, реально современной, эффективной. Минимум, ребята, в два раза. Для собственников я Сашину фразу повторю. Вот сегодня вы зарабатываете на треть Феррари, а можете зарабатывать на всю. Да? Ну, я к квинтэссенции подведу, что результатом этой системы, как правило, двукратное снижение себестоимости услуг и товаров. То есть это реально деньги, возьмите фот, отрубите половину, это то, что можно получить в виде бонуса. Да, но только не делайте это сразу. Сразу не надо, это нужно получить правильно и надолго. Спасибо тебе огромное, было очень приятно. С вами был Александр Шпаченко, исполнительный директор компании Spring Service, и Роман Дусенко. И мы вскоре встретимся с вами в очередном бизнес-завтраке, чтобы изучить еще один практический пример управления и повышения эффективности персонала. Пока. До свидания.